Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об альпаке. Что мы знаем о ней? Что она милая, смешная и с очень мягкой шерстью. Но не все так просто. Альпака – это домашнее животное, произошедшее от викуньи. От кого, спросите вы? От викуньи. Это вид парнокопытных животных семейства верблюдовые, которые обитают в Перу, Боливии, Чили и Аргентине. И внешне она очень напоминает кого? Правильно, гуанаку. Наку, тоже южноамериканского верблюда. Альпака была искусственно выведена древними индейцами больше 6000 лет назад. Выводили индейцы альпаку вполне целенаправленно. Селекция была ориентирована на увеличение шерстяного покрова. Древние индейцы даже использовали шерсть альпаки в качестве обменной валюты, а навоз считали ценным топливом. Шкура шла на пошив одежды, а мясо употреблялось в пищу. Но это случалось крайне редко, ведь индейцы считали, что живые альпаки приносят намного больше пользы. И тут еще есть интереснейший вопрос. Говорят, что слово «альпака» не склоняется, но не тут-то было. Почему собака склоняется, а альпака нет? Это же не какой-нибудь кофе, а целая альпака. Да и согласно орфографическому академическому ресурсу Академос Института русского языка имени Виноградова, говорят, что можно, но особом с твердыми позициями и непоколебимыми традициями мы улыбнемся и будем дальше разговоры говорить. Планета Земля за свободу слова, а альпакам все равно. Впервые научно описанная альпака была в 1758 году Карлом Линнеем. В дальнейшем альпак часто относили к ламам, но почему-то именно в 21 веке, а именно в 2001 году, было предложено сменить научное название, поскольку выяснилось, что предками альпак являются викуньи, а не гуанака, прародителями всех домашних лам. Трудность точного определения рода заключалась в том, что все четыре представителя верблюжьих, встречающиеся в Южной Америке, могут давать потомство в случае межвидового скрещивания. Так что только исследование ДНК помогло пролить свет на доподлинное происхождение альпак. А чем отличается лама от альпаки? Давайте сравним. У ламы длинные опущенные уши, по форме напоминающие полумесяц. У альпаки небольшая круглой формы мордочка, а у ламы она узкая и вытянутая. Альпака более миниатюрная, ведь лама по своим размерам и весу чуть ли не в два раза превосходит альпаку. Ламы отдают предпочтение жить поодиночке, а альпака предпочитает находиться в составе стада. Да и шерстяной покров лам более грубый по сравнению с альпакой. Это мы выяснили, переходим к ареалу. Итак, родина альпак – Южная Америка. Ареал альпак связан с территорией южноамериканских Анд. Это плато Альтиплано, а также страны Перуанского Нагорья. В этих местах по ночам очень холодно, а днем более-менее тепло. На сегодняшний день там обитает около 3 миллионов альпак, большая часть из которых населяет Перу. Встречаются также на территории Эквадора и Аргентины. В условиях сурового и изменчивого климата эти животные встречаются группами. На снежной границе гор, где растительность встречается редко, альпак привлекают моховые болота. На территории Чили и в Аргентине встречаются полудикие стада. Их время от времени ловят, чтобы собрать шерсть. Кстати, и сейчас альпак выращивают для стрижки шерсти, из которой делают теплые и невероятно мягкие одеяла, пледы и одежду. Она по своим свойствам не уступает овечьей, но намного легче. Шерсть у альпак очень стойкая и не имеет жира, поэтому изделия из нее долго не загрязняются. Ни одна другая шерсть в мире не сравнится с шерстью альпак, особенно с шерстью детенышей альпак. Она в 7 раз теплее, чем шерсть овцы, практически водонепроницаема и не вызывает аллергии. В природе существует две разновидности альпак – сури и уакая. У первых шерсть длинная, в виде косичек, у вторых шерсть похожа на мягкий плюш. Рост альпак не превышает 1 метра в холке, а масса 70 килограммов. Кстати, у альпак нет копыт, поэтому они относятся к подотряду мозоленогих. На рост в виде мозоли заменяет
им копытца. Альпаки бывают разных оттенков, от и сине-черного, черно-коричневого, серебристо-серого до белого, розового и серого. Однако преобладают белые, причиной тому селекция. Белые волокна могут быть окрашены в большой диапазон цветов. В Южной Америке предпочтение отдают белым, так как они обычно имеют лучшую шерсть, чем шерсть животных темного цвета. Это происходит потому, что темные цвета не пользовались популярностью у селекционеров. Конечности у них двухпалые, вооруженные тупыми когтями изогнутой формы. Обитая в условиях окружающей природной среды, когти стачиваются естественным образом. Когда альпаки передвигаются, то основная масса приходится на фаланги пальцев, поэтому пастбища не затаптываются. Альпака, как говорилось, стадное животное. В стаде всегда есть глава, самец, и при нем при хороших обстоятельствах около 10 самочек, где среди милашек альпак прослеживается иерархия, где есть борьба за ранги и первенство, но сильной агрессией все это не сопровождается. Ведут они дневной образ жизни, а ночью отдых способствует перевариванию пищи, поглощенной в течение дня. Общение между особями происходит при помощи языка тела. Учитывается наклон и движение не только корпуса, но и ушей, шеи. Избегают опасности и, понятное дело, стараются покидать те места, где ее чувствуют. Обитая в условиях природной среды, альпаки особо едой не перебирают, употребляя молодые побеги растений, мох, а также молодую растительность, в том числе и колючие растения, что помогает быстрее перетирать пищу. Срывая траву губами, они пережевывают пищу с помощью боковых резцов, поскольку у них нет верхних зубов. Резцы имеют свойство расти на протяжении всей жизни, поэтому им приходится постоянно жевать. Альпака – это жвачное животное с четырехкамерным желудком для переваривания растительности. А что с характером альпаки? Что характерно, это очень дружелюбное животное. Альпаки с рождения очень любознательны, активно пользуются обонянием, имеют кроткую мирную натуру поведения. И в отличие от их родственников верблюдов, они не плюются в людей, только друг в друга при соревновании за еду, опасности или во время драки за даму сердца. В остальном же альпака отличается мирным нравом и доброжелательно относится к людям. И по этой причине их даже заводят как домашнего декоративного питомца. К тому же альпаку не беспокоит присутствие рядом других домашних животных. Они с удовольствием помогают скотоводам пасти овец и уживаются с кошечками и собачками. Но все меняется во время сезона любви. Кавалеры устраивают ожесточенные бои за сердце дамы. Леди же, в свою очередь, меняются в характере с появлением детей, которые они, как любая другая мама, готовы рьяно защищать от опасностей окружающего мира. Маленькие альпачонки рождаются весом до 1 килограмма и через час уже встают на ноги, следуя за своей матерью. Потомство растет и развивается достаточно быстро, набирая к 9 месяцам вес в пределах 30-40 килограммов. На свет появляется в основном один детеныш. Главные естественные враги альпак – это, конечно же, кошки. Те, которые побольше – это пумы и ягуары. Хотя на такой высоте обычно на альпак охотится только горный лев, она же пума. И если хищник более мелкий, то альпака для своей защиты использует передние ноги. Следует отметить, что хищника они могут почувствовать на расстоянии, предупредив своих сородичей об опасности. Рев подхватывает все стадо, и этот звук зачастую отпугивает хищников. К тому же альпаки достаточно быстрые животные, которые могут спастись бегством, если их преследуют волки и лисицы. Обороняясь, эти животные используют точные плевки, которые не менее эффективны и поражают противника морально. А если вражина не деморализована, то может получить альпачьей мозолистой пяткой. К нашему времени все-таки популяция существенно сократилась, если считать с периода первооткрывателей, появившихся на землях Южной Америки. И эти самые колонисты, появившиеся на этих землях, начали разводить домашний скот, вытеснив альпак в труднопроходимые места Анд, что привело к существенному
существенному сокращению их численности. Несмотря на это, животным удалось приспособиться к высокогорью, расположившись на горизонтальных пастбищах. Да, они могут жить высоко в горах, но они все-таки не способны прыгать по горам, как пумы или леопарды. Но по мнению специалистов, на сегодняшний день численность альпак такова, что им ничего и никто не угрожает. И поэтому они будут и дальше нас радовать своей миловидностью, а кого-то и носочками из мягкой и теплой альпачьей шерсти. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал «Планета Земля».